Всем привет! Сегодня с Сасей мы пришли в чудо-парк. Вау, как здесь здорово! Трудящийся жирафчик. Какие кубики здесь, Ась? Ася, смотри, кубики. Давай сюда. Бассейн с кубиками. Пойдем по ступенькам. Пойдем по ступенькам. Так, Асечка заходит. Съезжай с горки. Пойдем зайдем, посмотрим, что в банке. Видно? Посмотри, что здесь? Целый банк, как настоящий. Ася, тут есть кассовый аппарат. Тут есть кассовый аппарат. Различные плакаты. Все как в настоящем банке. И окошки, даже есть реюнион здесь. Пойдем? Пойдем дальше? И колесо крутящееся, и даже мотоцикл. Кушетка, креселка, пациент, полочка для лекарств и
кушает здесь. Ася будет прическу делать куколке, да? Асенька, прическу куколке сделает. Куколке сделаем маникюр. Так, у нее есть ручка для маникюра. Еще одна куколка. Куколку на место, да? Молодец. Идем дальше? Идем дальше. Я смотрю, там еще есть супермаркет. Посчитаем, сколько всего стоит то, что мы купили. Вы это будете покупать? Мы это покупаем. Ася, ты будешь продавец? Ася, есть только кукол здесь. Ася, играем на инструментах? Колокольчики. Крутящийся домик есть. Ася снова понравился домик парикмахера. Но мы еще не были вот здесь, вот в кафе. Фест фуд. Ася! Ася! Большая, красивая кухня. Давай готовить. Что мы приготовим с тобой? Грибы мы готовим и овощи. Рагу мы готовим. Мы готовим грибы с Асей. Здесь есть тостер. А это кофемашина. Разумка. Сейчас мы много всего приготовим. Тоже тостер? Досточка? Инструменты? Ася, а что это? Садись на стульчик. Садись на стульчик. Это микроволновка.
такая интересная штучка. Ася, это ноутбук. Ну что, поели в кафе? Здесь даже есть меню. Ты пишешь письмо? Ты пишешь письмо подружкам? А ты работаешь за компьютером? Так, Ася, что тебе пришло? Тебе пришло письмо? Напиши что-нибудь. Включается? Асюка, интересно? Духовка! Посмотри, какая духовка тут! Что тут печется? Смотри, и вилочки, и ложечки здесь есть. Сашка, ты будешь кушать мясо? Кушай, зайчик, кушай. Так, мы приготовили мясо. Будем теперь кушать? Вкусно? Идем дальше? Ася, будем кушать? Что мы будем кушать? Мы забыли мясо? Мы сегодня будем кушать мясо. Мясо, да, мы забыли мясо. Садись. А где она?
накидайся. Ася, я бы хотела взять кредит на полгода. Можно ли взять кредит? Посчитайте, пожалуйста, процент. Корзинка? Вот так. Поехали? Еще не все овощи мы купили, да? И куда же мы поедем с этой корзинкой? Здесь можно даже резать овощи, на липучках которые. Здорово. Половиночка помидора, половиночка перца, даже половинка кукурузки. Все овощи переложили? Да, Санька? Теперь все. Ну что, поехали? Так, поехали. Куда мы поедем? Поедем дальше покупать следующие продукты? Ставь лайк и подписывайся на канал Ася Клаб. Пока!